Многие об этом не задумываются, а оказывается, белых людей на планете сейчас осталось меньше 6%. В 1900 году их было 55%, в 1950 году уже 35%, в 2000 году 10%, а в 2020 году менее 6%. И вот создали такой проект, они снимают сериал про белую расу, и сделали они первую серию сериала, я внизу дам ссылочку, вы сможете посмотреть. И они там рассмотрели такие темы, как герой из будущего в прошлого по разным временным периодам перемещался. Кто такие безродные, как они захватили власть на планете. Встреча в Переяславле в 965 году до так называемого крещения. Также там будет Дария эксперимент, чтобы планету Сварога подготовить к будущему. А Кеннеди, как он попытался бороться с тайными организациями в мире, что из этого получилось. В Переяславе встреча, потом будет в Киеве встреча с определенными персонажами. Вот такие интересные там темы раскрываются. Ну, посмотрите по ссылке за утро Сварога. Это славянская история, славянская вера этой земли о квантовом переходе. Надо изменять мировоззрение. Есть такое понятие и частоты Шумана. Так что задумайтесь над этими всеми цифрами. Кого считать белой расой, вы и сами знаете, но вот такое вот есть определение, что белые люди, английское white people, понятие расовой классификации используемо в основном и зачастую исключительно обозначение людей европейского происхождения. Значение термина со временем менялось. В некоторых современных странах, особенно Нового Света, США, где население в силу относительно недавней массовой иммиграции и укоренившегося колониального менталитета классифицируется государством не по национальностям, а по расам. Понятие «белые люди» устойчиво вошло в повседневную жизнь на официальном и бытовом уровне. И еще вот интересно, какие страны относят создателей проекта к белой расе. Это у нас Украина, Россия, Беларусь, Швеция, Австралия, Германия, Америка, Англия, Франция, Испания, Голландия, Швейцария, Австрия, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Польша, Сербия и еще несколько других стран, уже там, может, небольших. Так что задумайтесь о своем месте в мире, потому что эти все демократии европейские, они доигрались с этими своими гей-парадами и таким попустительством, что фактически идет вырождение населения.